Рыба-кит, папа рисует. Ребят, на канале. На каком канале? Рыба-кит. Рыба-кит. Можете назвать этот канал Мега-Ром, потому что я крутой. Мы рисуем сегодня кого? Айболита. Рисуем Айболита, хватай фломастер. Мы рисуем Айболита. А он как Айболит? Он такой длинный, да, такой, да, такой? Айболит же, он такой, как, расскажи, как ты рисуешь Айболита. Каждый рисует по-своему Айболита. Я рисую так примерно. Примерно у него есть нос, вот такой нос у моего Айболита. У него есть очки, он же такой умный, да? И глаза, ну глаза отдельно от очков я рисую, да? Теперь у него есть усы. Он добрый Айболит. Рома очень любит Айболита, да? Ром, что? Расскажи про Айболита. Кто это такой? Кто такой Айболит? Это он добрый доктор. А что он делает? Всех лечит, всех зверей. А людей лечит? Ты не видел. Да, ну это, короче, я бы сказал, ветеринар. Это такой доктор, который лечит людей. Вот я такого нарисовал, такой получился у меня дядечка. Не детей. А, людей, да, людей, зверей. А мы теперь смотрим с утра до вечера Айболита, изучаем Айболита, наизусть знаешь Айболита, расскажешь? Но как-то там. О, перед ними море. Бушует, лечит на просторе, да? Как там? А по морю высокая ходит волна, сейчас Айболита проглотит она. Ну что там? Ну вот выплывает кит. Выплывает кит. Садись, а меня Айболит. И как большой пароход. Тебя везу я вперед, да вперед. И сел на кита Айболит. И одно только слово твердит. Лим-по-по. Лим-по-по. У него всегда чемоданчик. Лим-по-по. А потом дальше. Но вот горы встают перед ним на пути. И он по горам начинает ползти. Как раз Рома рисует тот случай, когда Айболит лезет по горам, видите? А горы все выше. Как там дальше? А горы все круче. А горы уходят под самые тучи. О, если я не дойду, если пойду я ко дну, что станет с ними, с моими зверями лесными? Да, было такое там дело. А как там? И кто там слетел к орлу? Птичья с высокой скалы. К Айболиту слетелись орлы. Садись, Айболит, верхом. Мы живо тебя довезем, да? Вот орел. И сел на... А почему доктор Айболит ходит в белом халате? Как тебе? Потому что он доктор. А почему доктора ходят в белом халате, ты не знаешь? Ну, не знаю. Я тоже не знаю. Наверное, чтобы чистым быть. Я так думаю, правильно? Вот если ты запачкал халат, да, например, он белый, да, у тебя. Ты его запачкал, и сразу видно, запачканный, да? Можно я его нарисую сзади, как Айболит вот летит? Нет, давай вот так уберем эту штуку. Смотрите, ребят, сейчас, подожди. Получилось, вот он лезет. Мы покажем ребятам, вот лезет, да? Теперь мы убираем вот это и здесь рисуй рядышком. Потом все вместе покажем. А я пока одного Айболита рисую. А Рома, он любит рисовать комиксы и продолжает как бы рисовать. Он всегда рисует и любит рисовать фломастером, черно-белыми, карандашами. И он любит рисовать истории. И именно ему нравятся истории, а не какие-то отдельные фигуры, когда мы рисуем, к примеру, пейзаж или вот эту вот вещь. Кстати, я нарисовал доктора Айболита. А что же я еще не рисую? Ребят, я всегда его рисую. Рома всегда. Ну ты разного рисуешь. И Марио рисуешь. Ты же все рисуешь на свете, да? И других героев. Да? Вот его волосы. Такой вот у нас Айболит получился. Я прям нарисовал тоже Айболита. Мне нравится Айболит. В детстве я его всегда слушал.
когда мне читали, потом я сам знал, потом был мультик про Айболита, но уже потом, когда я вырос, но он мне тоже нравился сильно. А теперь Рома вырос и тоже слушает Айболита и знает его почти наизусть. И мы с ним часто его слушаем. Смотри, баб, как быстро. Ага, он спас зверей-то Айболит. Да. Вылечил? Точно вылечил? А что носит Айболит с собой? Халат. Халат. А вот смотри, что я еще нарисовал. Это как он... Труба, чтобы слушать, да, такую. Он трубочку носит. И разные принадлежности. Он носит чемоданчик с собой. Я всегда, когда рисую Айболита, я рисую чемоданчик. Давайте теперь посмотрим, что Рома нарисовал. Сейчас, подождите. Ну, просто уже мы заканчиваем. Ребята, если вы рисовали с нами, то это просто супер. Присылайте свои работы в Инстаграм. А мы с Ромой продолжаем рисовать. И в следующий раз нарисуем тоже и Айболита еще, и его друзей. Да, помнишь? Иди, рисую, потом я раскрашу. Хорошо. Давай покажем твои рисунки, мои, и закончим, а потом ты продолжишь рисовать. Давай. Это ты его друзей. У него друзья в мультике были. Собака. А, кто еще? Вот самый болит. Самый болит. Собака. Кто еще? Попугай был? Попугай. Да, Коруда. Коруда, попугай. Давай. Закрываю, клади. Вот что нарисовал. Здесь мы видим моего доктора Айболита, а здесь мы видим полностью, что происходит с Айболитом. Он лезет по горе, а его друзья летят, и орел спустился, да, и потом он их спас. А теперь фотография, где следующий рисунок, где Айболит летит на орле и его друзья вместе. Ну чего, Ром? А что? Классные рисунки. А вы сколько нарисовали? Прощаемся, Ром. Пока. Подождите.